В ночь на воскресенье произошла первая подвижка льда в районе Чебоксарской ГЭС. С каждым днем лед становится все тоньше, но количество рыбаков не уменьшается. Вчера на левом берегу Волги спасатели насчитали 120 человек. По нескольку человек сидели на льду в районе городского пляжа и лодочной базы. В этот раз рисковые рыбаки отделались предупреждениями и штрафами. Однако в другой раз расплатой за хобби может стать собственная жизнь.